Less Rebel Board Stir. HMS Rebel Port Stair, или Повстанческие порты, карта Шедоумана, клан HMS, сервер Hard Maps, операция Тайфун, миссия проходится под АВ-2. Так, ну карта вон архипелаг островов используется, но тут... Тут она, видишь, какой-то вид имеет и очень интересный. Получается, смотрим, 5 островов всего, которые с северо-востока на юго-запад протянулись. Но комбинация их очень интересная. Один дорожный остров, где точка X, точка А в море находится. Потом вот этот серповидный, он без, не в операции. Для операции 4 только острова. Тут находятся на большом острове точки Б, С, Д, Е. Потом точки на втором, на третьем уже острове, тоже большом, точки F, G, H, I. И в море, очевидно, какой-то порт. Вот от точки I, точки G, K, M. В общем, получается 4 острова. Ну, вроде как эта карта известна. И, кстати, тут еще и точка L есть. Ну, давай увеличим, посмотрим. Аптечки лечебные. Вот такой вид. Это порт, очевидно. Угу. Это и так получается. Точек очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13 точек А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х, И, Дж, К, Л, М, Э. Да, много. Ну, сейчас посмотрим. Сложная карта. Нет, если сложная, так выключим. ХМС Rebel Port Stair. Порты повстанцев. Снова время рейдов по морским портам. Прокладывайте свой путь к порту снабжения повстанцев и уничтожайте все обнаруженные цели. Цели: первое, уничтожить все ящики с припасами. Красные ящики можно расстрелять. Второе, уничтожить командный центр. Примечание: работают дорожные патрули. Карта разработана HMS Shadowman. Карта HMS Rebel Port Stair или порты повстанцев. В общем, короче, бить надо ящики и командный центр где-то в порту ликвидировать. Так, еще раз посмотрим. Вот это, типа, похоже, слушай, тут все точки проходные. Вот на этом острове точно проходные. Красных я целей не вижу. Вот красные цели только тут. Ну, посмотрим, короче. Ну что, приступаем. Начало, смотри, в каком-то... Так, ну-ка посмотрим. В каком-то здании. Так. Там надо в море перебираться. 2625 метров. Welcome to HMS Rebel Port Stair. Порт. Красивая очень надпись против. Слушай, там... Там где-то машины катаются. Вот такое начало. Скрипит металл, как обычно. Так, ну давай-ка. Арсенал вот здесь. Там приехал, слушай, джип. Ну-ка посмотрим. Слушай, это поселок какой-то. Ты, наверное, будет сегодня не проиграть слишком долго. Во. Два трупа. На дома можно влезать. Ну, сейчас такую тогда проведем коротенькую разведку, если что. Выключим.
Да, блядь, ну что ты делаешь-то? Там еще один хрен. Так что, в отличие от вчерашней, это, похоже, затяжная будет карта, и... Раз смысла нет за нее браться. За затяжную. Сколько островов со сложными задачами. Это надо долго. Ну, сейчас, короче, немножечко посмотрим. Прибой шумит. За затяжнухи надо время. Так, полезли наверх, посмотрим. Вот там море. Короче, весь этот остров по большей части застроен крупным поселком. Улица тут идет. И шумит море. Так, ну чё нафиг, надо идти. Так, тут конец этого поселка. Вот такой вот поселок. Там он виден край леса. Ну-ка, давай-ка заруфим это здание. Тут, слушай, две улицы будут. Такс. Вот такая, короче говоря, будет карта. Море чуть зеленоватое, затяжная. Так. Так, тут никого. Ты, блядь. О! Козлы стоят. К трехэтажному зданию. О. О, сука. Да, эта карта долгая, это нереально у нее будет пройти. Ну, немножечко разведуем, посмотрим. Но пройти ее нереально, я сразу говорю. Долго, долго. Я там много времени потратил на нее. Затяжну-ка. Не знаю, как этот поселок называется. Где много козлов, я смотрю. Да это уже выход с этого. Слушай, тут этот поселок так и тянется ведь до конца. То есть это тут просто на карте нифига не видно. А, в принципе, вот он так и пойдет. Вот там дальше лес уже будет, да. Сейчас давай руфить это здание. Наверное, лестница-то открыта. Сейчас руфанем его. Давай. О, блядь, заложили. Или нет, слушай, слушай. Давай посмотрим. Не-не-не, где лестница, падлы построили, ставили вот это здание. Ничего тут не залезть, короче. Так, ладно, идем дальше тогда. Так, тут нету никакого штаба, давай посмотрим. Нет, вроде ничего нет.
Обычно тут штабы любят помещать в таких зданиях. Сука. Штабы, штабусы. Расстояние-то уже довольно-таки приличное. А самое главное, в конец. Была похожая карта на островах, надо в порт было пиратский. Идти там и захватить флаг их. Но это другая карта. Такую не помню. И намного более сложная, чем там. Потому что там это по островам, в лесу, то в принципе нормально. В городах, конечно, тут хер поймешь. Как это проходить. Ну, всякие казусы такие. Хорошо, вон, слушай, там козел. Текс. Так. О, все, точка. Точка в ангаре стояла за трехэтажным зданием. Ну тоже долго идти. Ну понятно, точку взяли. Там дальше еще один ангар будет. Ура! Так. Точка Б. Идем через этот ангар. И выходим в лес. Сейчас на этот остров. Не знаю, как назвать этот городок. Он, кстати, этот город со всех сторон стенами огорожен. О, какой лес. Прикольно. Так что к городке, конечно, сопротивление оказывалось, но незначительное. И вот мы вышли. Вышли в лес. А там, конечно, много всяких, так сказать, и других островов. И идти, кстати, слушай, вот туда надо, в тот блокпост. Вот тот блокпост. Так, ну что, искупнемся тогда уж. Посмотрим, что это такое. У, вода какая-то, слушай, у, такая и как хлоркой палит. А вон, кстати, глубина моря какая. Ну, тоже прилично. Так, ну, всплываем оттуда кто-нибудь. Из-под воды на воду очень классно, слушай. Таких тут можно, когда вот идет штурм побережья, вот тут прятаться за дюнами. Так, ну чё, пошли туда. Пошли к блокпосту Б. Тут, очевидно, точки в блокпостах будет. Сейчас в лес пошли. Эти два острова лесные. БЦДЕ. ФЖХ. Не знаю, как городок-то называем, зовем. Хрен пойми. Вот, кстати, вид еще на город. Городок Островинск какой-нибудь можно назвать. Лес. Так что лесной остров. Ты, блядь. Ну-ка. А! А вот туда аккуратно подниматься. До точки Б уже недалече. Ты, блядь. Сука, их там дохуя. Да, блядь, отходит.
Да пизда, блядь. Ну так, идея, конечно, карты понятна, но сразу, видишь, ее хер пройдешь. Карту эту. Озеро Островенское. Там, кстати, вон серповидный остров виднеется, который не задействован в операции. Но лес на нем тоже растет. Сука, надо что-то с пидорами делать. Они тебе не дадут просто так туда подойти. Да. Аккуратно. Ты, блядь. Сука, как валит. Подожди, давай, давай. О, блядь. Пизда. Не получилось. Ну-ка, стоп. Сняли. Вид, короче, с пальмы. Ну-ка, наверх. Нет, наверх не забраться. Да, блядь. Вон, вон, выходит, выходит. Так, вон, вон. Подожди, подожди. Давай, 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 давай. Нормал, нормал. Там вон я, слушай, вижу какая-то то ли ограда, то ли еще что-то. Еще на перепутье двух дорог. Блокпост.б. На перепутье двух дорог. Так, ну пошли, пошли, пошли. Так, радиооборудование, слушай, стоит какой-то. Радио. Для радио. Ну что, надо переломать, наверное, тогда? У, блядь, там ПТР! Сука, он уйдет сейчас. Возьми джавельку. Джавелина, блядь, не уйдешь. Отходят вот. От джавелина хер ты уйдешь. Тебе не РПГ. Сейчас отъехать нужно. Ну? Пошла. Дай ему. Так, окей. Что, блядь, опять едет. Сука, сука такая. Так, ну-ка спрячемся. Третий БТР. По острову гоняет БТР, но от Шевелина им не уйти.
стрелять тебе. Пизда, смотри. Давай скорее на автомат. Вон там гады стоят. В принципе, интересная карта, но долгая просто. Те, что стоят далеко, просто уничтожаются. Вон там хрен побежал. Попался. Давай оборудование расколотим. А, оно неразбиваемо. Для красоты просто стоит. Так, ладно, давай сейчас к точку С брать. В принципе, точек много, поэтому проблем небольших нет. 4 точки на остров. В принципе, что они тут совсем между ними короткие промежутки получается. Так, до города 415 метров. До следующего блокпоста. 245 метров. Ну чё, надо туда и идти потихоньку. Чё ещё остаётся? Да, тех, что мы обнаружили, легко, в принципе. Заценить. О. Там вон харя стоит у берега. Какая-то, ну-ка. Хорошо. Харечка, харечка. Ну-ка давай-ка сюда. Ты, блядь. Видишь, засады, засады любят. Любят гады засады сделать. Со спины расстрелять. Ну чё, в долине стоит. Там на перепуте двух дорог. Стоп, 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 стоп. Оп, попался. На перепуть еду. Вот подожди ты, блядь. Вот подожди. Все, готов. А теперь идем. Так, стоп, ты посмотри-ка, зараза. Так. Вот хорошо. О, побежал, побежал. Нормально. Сейчас и сразу. Смотри, смотри, блядь. Там еще один мудак есть. Все нормально. Если сразу обнаружить, так в принципе они не опасны. Ух ты, блядь. Нормально. Надо просто быть просто внимательным. Тут на пролом не пройдешь, надо просто повнимательнее быть. Так, ну что, все. Блокпост с точкой С. Ух ты, сука. Ну давай возьмем точку. Все, я в точке С взят. А где там кто-то, я отстрелю? Блять, да. Скотина. Но я уже точку-то взял. Поэтому не опасно. Куда, ублюдок? Далеко? Прикокошил еще, собрался убежать куда-то. Так, ладно. Ты смотри-ка, ты сейчас засаду подготовил. Так, тут две дороги разделяются. Ты, блядь. Ну ты что-то вы... Чё вы устроили-то, падла?
Там еще один. С берега что-то их много скопилось. У бережка на том бережочке. Ух ты, блядь! Хорошо. Вот там я вдали вижу хрена. Нормальненько. Еще один. Сука, не попасть. Короче, тут карта, где массово снайперские винтовки применяются. До следующего блокпоста 193 метра. Снайперская, по сути, карта. Дополняет автомат снайперка. Точка Д. Там в горы дальше дорога пойдет. Вот, смотри, два хрена. Попался. Так, ну все. Идем к точку брать Д. Сразу брось туда парализатор. Пошел. Всегда на лестнице кто-нибудь стоит. Все, точка Д взята. Теперь надо спуститься вниз к точке Е. Так, надо идти туда через горы к точке Е. Вот такой бугры небольшие. Ну, такие горы. Эти негодяи по всему острову. По всему острову рассредоточены. Не вижу, вот кто стреляет. Так. Да блять, подожди. Перезаряжает оружие, уебок. Так, вон опять тарахтят. Давай, давай, вались. Ну чё, спускаемся к морю. Проход, по сути, расчищен. Начинаем спускаться к морю. Такс, такс, такс. Там уже следующий остров, я вижу. Блядь, их тут дохуя. Так. Ну, что и требовалось доказать, на следующий остров ведет дамба. Не мост, а именно дамба. Все острова, разумеется, соединены, плавать не нужно. Вон там хрена нога торчит. Готов. Такие тут камуфлированные автоматчики. Автоматчики и камуфлированные чуваки. Так, вон еще один. Но быстро бежать нельзя. Надо, видишь, внимательно следить. Потому что снимут наверняка. Так, о, стоп, стоп. Цели нет всех убить.
Просто они мешают, и видишь, идти. Так, ну все, подходим. Там уже виден блокпост на следующем острове. Но однако же никого не видать. Так, ну идем. Кинь парализатор в любом случае. Тут опять радиостанция, как и в точке Б. Так, все, взяли. Ничего разбить невозможно. Все, точка Е взята. Весь остров пройден. Так что лесной остров мы прошли. Вон хрен стоит. Ну они как бы, получается, эти долбоебы, как говорится, рассредоточились по всему острову. Вот такие пироги. Так, искупаемся опять. О, какая вода зеленая. На следующем острове снова БТРы могут кататься. Поэтому надо джавелин иметь, разумеется. Ну, оборудование ничего с ним не сделаешь. Так, лечимся. Катеров пока никаких не видно. Может, в конце появится, пока не видать. Так, ну вот дамба, ведущая на второй остров. На третий. Какой второй? Третий остров, третий. Второй, второй ты уж прошел. Третий. Так, вроде пока никого не видно. Море об... Так, так, так. Море пустынное пока. Ну и что, надо туда подниматься. К блокпосту. Ну и пошли. 256 метров. В общем, надо подниматься к блокпосту. Пройти третий остров. Он, я думаю, ничем, по сути, не отличается от второго. Однообразные, собственно, такие карты. Я... О, блядь, БТР. Но на джавелин они явно не рассчитывали. Еще один. Так, сейчас уничтожим. Готов. Может, 4 штуки быть БТРов. 4 штуки. БТРы, БТРы вы мои, БТРы, БТРы вы мои. Ну чё, ездит-то, вот да, да-да-да, сейчас появится. Да. Готов. И сейчас еще должен один появиться. Ух, во, куда-то улетело колесо, хер знает куда. Так, во-во, сейчас, сейчас. Там вон какие-то долбоёбы стреляют. Ишь, контратака идет. Ух ты, блядь, БТР, еще один. Блять, все убили. О, суки! Ну давай, выходим, чтоб их сейчас сразу же ликвидировать.
О, там цепь идет. Цепь негодяев. Пока не дали мне немного переправиться, ну. Текс, бракакекс. Ну чё, нормально, поубивали их всех. Вот такая вот история. Поубивали. Так, ладно. Патрули продолжают атаковать. Продолжаются атаки. Ух ты, блядь! Сука! Пизда! Так, патрули тут что-то больше их стало. Вилку бы не взяли. Все, пизда тебе. Не пройти дальше. Вроде, слушай, блокпост рядом. Хер до него дойдешь. Обстреливаю. Проскочить попробуй. Нара сейчас возьму. Все, взяли. Он стоит, видишь? Блять, не его не снять. Давай-ка. Чисто. Все, блокпосты взят. Тоже оборудование, которое не уничтожит.
Ну теперь к точке же надо двигаться. Обязательно надо учитывать тот факт, что за блокпостом кто-нибудь стоит. Так. Бляха, муха. В долине проще с горками выстрелить. Катина его практически убила. Долина буквально переполнится ими. На втором острове их очень много. На третьем. Я обстреливаю со всех сторон. Что-то туда не ожесточенно оказывают сопротивление, я смотрю, на этом острове. Так что кайфа уже такого нет. Рымыры. Вон там крепость видна. 824 метра. Наша-то цель в крепость идти. Рымыры. Нормально. Так и норовят завалить. Рым-рым. О, блядь, там, слушай, башня. Слушай, там такая же башня, как вот на острове Дискобола есть такая. Вот тоже карта, но у меня-то ее нету в наличии. Там надо захватить остров, в центре которого башня.
такая же история. Так, хорошо. На повороте дороги. Ну-ка, ну-ка. Точка же. Тут опять обстреливают. А все нашел его. Все же, даже двое был. Вон блокпост. 184 метра. Рым и рым. Трым-рым. Так, лечимся. Альвиапон Скратес и строй команд центр. Так, аккуратно поднимаемся. Блин, там нахуя. О, блядь, что на вылет. Блять, я уже завалил. Парализатор уже. Сзади. С целой группой, блядь, и тут. Контратака. Да. Контратака. Учинили, падлы, контратаку у блокпоста же. Допрыгался.
Вроде как поймал всех убегающих. Да, ну теперь выдвижение к блокпосту. Таич. Блять. Что-то эти пидоры тут устроили какую-то бучу. Хорошую. Как там в буче как все перевернули, ублюдки. Так и тут такая же история. Так, вон. Сейчас на горных склонах, суки, где-то встают нахер. Не дают мне прорваться. Тут две долины, как бы, вот на этих островах больших. Есть вот острова с круговыми дорогами, это как бы из карты восточные острова, а это вот другие архипелаг карта, где серповидные острова. Так, все, я взял точку. Че, сука, творишь? Все, взяли точку. Стоп. Ага. Так, Эйдж взята до Индии 383 метра. Ну, там опять через горы надо будет идти. Опять 25, как говорится. После чего мы в крепость попадем. Долбоеба, голова торчала. О, где стал? Прямо на вершине. Сбить, в общем, последний заслон остается. И прорваться к морю. Ну-ка, чья-то там. Ты, блядь. Густо все заросло вот тут вот. Ты сука. До моря-то совсем недалеко остается. Слушай, тут подлечиться надо, наверное, сходить, иначе не даешь. Крепости аж 4 точки. Уж и не знаю, сложно там будет, нет. Лечимся. Пошли к морю. Там, наверное, я не знаю, что будет. Вообще, где порт начинается, то есть это крепость начинается, я даже не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Так.
Так, ну-ка, ну-ка. Короче, вон там вход. Какие-то гаражи потянули, то есть, ну, склады. И, блядь. Вот тут на всех картах. Во, слушай, там наверх в конце будет вертолет стоять. В самом конце. Вот обязательно все карты, вот тут они засаду сделают. Так, никаких. Это все-таки порт. Это порт. Так, стоп, 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 там что-то какая-то. Да блядь, солисты наверх. Давай, давай, наверх. Что-то какая-то. Никого. Я вот тут пока все какая-то тишина во всем. Вот надо точку И взять. Вот точно, да, да, такая башня, и она составлена из других коробчатых башен. Так. Короче говоря, из других коробчатых башен и получается такая оригинальная по конструкции башня. С вертолетом. Вот на острове этого, как там, дискобола, как я назвал. Ну, это так, прикололся. Карта есть такая. Вот там тоже интересный очень круглый остров. Вот на нем точно такая же башня. Там стоит крепость чуть дальше. На вертолете, очевидно, улететь можно будет с картой. Такс. 542 метра. Многовато. Ну чё, подходим. Так, никого. Вон стоит еще один хрен. В море катеров нету. Так, ну искупаемся в последний раз. Такая вот история. Довольно-таки, кстати, большая глубина бетонного пандуса. Так, ладно, что, давай входить, точку И брать. А где-то здесь уходом. И пойдем по этой крепости. Взяли точку. Ну вот теперь пойдут задача, боеприпасы и где-то еще командный центр. Все, я дошел до крепости. Ну не знаю, как сложная сама крепость-то будет. Давай сразу увеличим ее. Точки G, К, Л, М. И на входе. И, G, К, Л, М. 5 точек. Так, ладно, че ж. Давай. К счастью, тут можно все просто ломать. Конечно, теперь возьми огнемет. Так, теперь надо выходить. Опять эти уроды за каждым поворотом будут наверняка прятаться. Ну что, начало как бы крепости из гаражей состоит. До вертолетной башни 494 метра. Да вот идти аккуратно смотреть за углы, чтобы они тут не прятались. Такс. Слушай, там еще и лодку, наверное, придется брать. Так что это гаражи. Это не крепость. Предмостные гаражи, но не крепость. Так, аккуратно. Блять! Нахуй. У сука, БТР! Блять, у тебя нету. Нахуй надо было джавелин брать. Вот сейчас бы ты его прямо и подбил бы сразу. Слушай, Катанин не крепость ни хера. Крепость вот именно дальше будет. Ты просто гаражи какие-то взял.
Come and get it. Там он недобит ящик будет на причале. Но это не крепость. Нет, это просто гаражи. Склады, склады. Предмостные склады. Такс, такс, такс. Где этот бот? Вот он, вот. Ух ты, блядь! Еще и мимо. Мешает, сука, этот ебаный ангар попасть в БТР. Ну, давай подальше тогда. Вот, пролетел над крышей ангара. Пизда. Скотина, видишь. Убили. Ух ты, блядь. Слушай, тут стоит лодка. А слушай, я не знаю, нужна она тебе или не нужна. Может, и не нужна-то, кстати. Так, потому что не исключено, что ты там и все-таки имеется мост. Ну сейчас увидим. Так, тут какая-то вода. Тут как такое впечатление, что все-таки это эти склады стояли прямо у входа в крепость. Так, ну давай посмотрим, ломаем. Заломать, конечно. А лодка недоступна, видишь, она просто так для красоты. Короче, надо идти, идти, идти. Такс. Ну-ка, аккуратней. Склад. Че, блядь? Там патруль. Склад уничтожен. Патруль. Не нравится? Это блокпост же. Ну слушай, хоть и много точек, и расстояние приличное, но очень легкая карта, не знаю. Может сейчас даже и получится ее пройти. Я-то думал, что будет сложно. Нет, нет, пока все очень и очень легко. Так, кинь-ка туда гранату. Может, кого-то убило. Рым-рым. Ну, блядь, ты пизда. На краю блокпоста повалили. Давай огнемет теперь. Правда, точек что-то многовато. Вот это недостаток серьезный. Но правда, они тут близко друг от друга находятся. Почему их и много? Что упрощает задачу. Ну куда, 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 вот сюда. Такс. Гранату туда. Попался. Слушай, это не блокпост с командой. Тут ни хера нет. Вот что обидно. Нормально. Ну чё, остается все это проверить сейчас. Нету тут командной точки.
Вот плохо это дело. До половины еще расстояние. 500, 358 метров. Ой, так не получится. Давай полезем. Это с лестницей блок тут. Давай залезем. Ну вот вид на склад. Предмостный склад. Вот такой склад. Там сам остров. Так, ну и наконец. Так, ну и наконец. Туда в крепость надо идти. Так, блокпост, блокпост. Это что, с командной точкой? Там вон корабль, кстати, стоит. Или не с командной? Вот непонятно. Слушай, туда гранату. Во все укромные углы надо кидать гранатой. Так и точно, так точно. Red Kratis can be shot. Да, красные ящики. Фу, блядь, давай. Парализатор. Вот, то, вот здесь точка G. А там, видимо, точка К в том блокпосту. Сука, нету здесь. А где, слушай, командная точка-то, ебаный груд? Не здесь. Не здесь. Тут просто склад. Ну давай ломаем. Все прошел, все сломал. Обязательно. В следующем, что ли, складе, непонятно. Непонятно, а где точка-то? Ебать ее в рот. Долго идти до нее. Привет. Так, вылезли. Блять, он тут усложнил, ублюдок. Он, видишь, я иду по кругу, по каким-то складам. До командной точки еще хер знает сколько идти. Вот это плохо дело. Ну идем, что ж делать. Чьи-то ноги. Чьи-то ноги побежали по дороге. Кинь-ка туда гранату. Кого-то убило. Вот 100%. Вот, да-да-да. Где ж точка-то? Уж совсем вроде как недалеко. Вот троих сразу завалило, кирить. По струночке встали, долбоебы. Я их грохнул. Так, до башни 291 метр. То есть было полкилометра, сейчас 291 метр. То есть существенно расстояние приближается. Да понятно, что там конец на суперпуме этой. Такс. Наконец-то взяли точку. Что-то еще по складам надо было обходить. Нет, все, точка. Джокер, Джим под моим контролем. Он автомат у чувака, он палец на спусковом курке. Сдох, держа спусковой курок. Так, ладно. Три точки еще остаются. Такс. Три точки. Так, башни начинаются. Приближаемся к порту, очевидно. Так, так, так. Ты, блядь. Навернули. У, там их много. Так, не повезло. Гранату туда. Блядь. Так, ну ломаем. А чё туда ответвление, туда-то дальше направо? Вот тоже надо подумать.
Короче, вот тут до точки К отчет, две точки ЛМ вместе находятся, тоже непонятно. Или там по кругу как-нибудь ходить придется. Да, я слышу, может, в начале башни там, а, наверное, такая идея, что надо будет залезть на башню. Такс. А, нет, тут тупик, тут ничего нет. Вот здесь тупик. Тебе надо идти на склад. Тут неинтересно. В общем, проходим 4 башни сейчас. И туда уже непосредственно в порт входим. Скрипит металл. Так, поаккуратнее, чтобы быстрее закончить. Так. Карта, конечно, это неизвестная абсолютно. Но... Ну там командный центр, вот, наверное, есть. Видишь, тарелки стоят. 4 тарелки наверху над вертолетом. Это и есть командный центр. А ящики тут внизу, в этом порту спрятаны. Такс, такс, такс. Аккуратненько, аккуратненько. Ревитон. Сука. Лёг и... О, там, блядь, патруль бегает. Блядь, тут ключевое, надо блокпост взять. Пока ни хера что-то не получается, а мне обязательно его надо взять. Ну там вот будем чистить порт. Вот ни, пока никак, нифига. Ты сука. Давай, давай. Там их до хера. Там выскочил патруль. Опять завалили. Блять, опять завалили. Ну, обязательно надо, короче, с этим делом заканчивать. Так вот, не, на сходу-то не про... Ух ты, блядь! Расстреливают пидорасы. Ну, блядь, всё туда. Их там дохера носится, ебаных, сука. И рядом блокпост, но не добежать. Тут главное негде укрыться, вот что плохо. Так что внутренний двор тут занят крепостной портом. Сука, совсем рядом. Ну все, да, падлы. Пока не добежать. Уж, конечно, когда я захвачу, я их перебью быстро. Пока не добежать. Уж буквально в шаге от блокпоста этого. Падла. Ну чё? О, сволочь. Скотина. Тут как изба эти коробки поставил поперек продольно. Два шага. Все, взял, взял. Все, взял. Ну вот не просто. Не... Ух ты, блядь.
скоты. Ну теперь уж я все взял. Точка К взята. Сложная точка. Короче, там корабль стоит. Корабль вроде как один. И башня. Ну а мне задача что, по всему порту, блин, наверное, этому пробежаться. Такс. Вон там хрен. Цели нет, всех перебить. Ха-ха, не нравится. Ну, надо стараться все равно очищать местность. Давай, слушай, на крепостные стены заберем сейчас. Тут, видишь, ящики стоят, так надо все равно посетить будет. Такс. Вот весь этот порт, который я прошел. Склады. Ну чё, прилично все. Чё говорить? Вот сам остров. Прилично. Это вид на порт. Кстати, ну-ка давай-ка, может, наверх полезем. Вот такой вид на порт. Я вот думаю, что под для скрина-то взять. Ну, может быть, можно и такой скринчик взять. Так, в центре находится блокпост, а там он вот, наверное, следующая точка будет, последняя, к точке L. А точка M где-нибудь там, внутри башни. Обязательно придется башню просетить. Так, надо все проверять вот эти крепостные башни на стенах. Потому что там наверняка ящики стоят. Тут что-то нету. Ну, идем все равно посмотрим. Короче, надо быстро с портом кончать, да заниматься башней. И это уже и конец. Ну, практически все в порту перебиты. Туда гранату. Видишь, кого-то убил. Так, хорошо. Не понял. Некоторых, видишь, в башнях ящики тоже лежат. Их, я не знаю, может, там уничтожен. Так, короче говоря, так со склада, так а туда давай гранату. Накрыло. Всегда этот вопль, да, его накрыло гранатой. Да. Ну чё, по большей части порт уже вычищен. Четыре башни, и тут еще две, шесть башен. Такс. И стоит грузовой корабль в доке. Док один. Ну, сразу все тут им переломаем. Так, окей, все им тут ломаем, долбиням, как говорится. Так, вот такой стоит грузовой корабль.
башни в доке. То есть под вертолетной башней сделан док. Так, ну хорошо, хорошо же. Давай обязательно подлечимся и будем выживать. Подожди, подожди. Там у них склад вот здесь. Наверняка. Ну давай сейчас подлечимся. Еще слева надо будет стены осмотреть. Готово. Ты видишь, там у них склад. Ломаем. Разгромили этот склад. Ну теперь тоже тут еще один такой же склад. Аналогичный. И там открытый навес. Ты, блядь. Попались. Снял авиапушки тебе. Слушай, давай тут переломаем сразу. Не заниматься. Там какой-то хрен. Нормально. Давай посмотри, тут нету склада. Нет, тут закрыто. В общем, получается два склада и навес. И там еще маленькие склады стоят около дока. Так, ну парализатор опять. Разгромлено. Ну что, надо теперь стены посетить. Ну что, посетим стены? Да, 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 посетим стены. Блять, на вылет! Сука! Мачет автоматом довольный. На вылет. Дам, да, дам, да, да, да. Только ну-ка, 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 ну-ка. Хорошо. Тут в стенах-то тоже в башнях ящики стоят кое-где. Так, чистые. Просторы острова видны. Короткая очередь, ящик потом взрывается. Ну чё, вот вид на вот тоже на склады, пройденные мной. Сам остров. Хорошо виден. Ну и порт этот. Под таким ракурсом. Да блин. Чё, давай последнюю башню осматриваем. Да сейчас там на малах дело закончим.
И пойдем туда в склад точки L брать, а потом попробуем уже и наверх лезть. Это будет последнее дело. Наверх залезть. Рымыры, рымырым. Тут, слушай, никого нет. Все, тут никого нет. Рымыры, рымырым. Там кто-то окрысился с корабля. С корабля на бал, как говорится. Так, ну вот остров. Башня. Ну, чего? Так. Командная башня открылась. О, клево. Ну, давай позырим, чтоб тут ничего не было. Я думаю, тут уже ничего нет. Да, тут все заблокировано. Видишь, вид ее впечатляет. Ну, конечно, не такая уж огромная. Ну, короче, все мы тут перебили ящики, которые... А этот док пуст. Два дока, но один пуст. Корабль стоит только, получается, в каком? В восточном доке. А западный пуст. Да, такая история. Там наверняка сразу же командная точка. В порту все ящики перебиты. Ты, блядь. Какая сука, еще и пытается стрелять. Такой традиционный вид. Ладно, пошли туда. Так, 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 так. Парализатор. Ну, блять, там авиапушка. Вот надо было не так. Теперь придется опять бежать. Ну да, хер с ним. Огонек вьется, дымок, где был мой огонек. Давай аккуратненько. А нет, все готово. Там не моторы катеров появились. Как вот вроде бы мотор забывают. До этого катеров не было, а тут появились. БТРы только, блин. Ну точно, шумят моторы. Так. Так, разгромлено. Командная точка. Суки, катера появились. Ну так-то подстрелял. Сколько их тут? Много, мало. Так. Точка М. Точка Марина. Берем. О, блять, там катеров тонны. Да, блять. Так, ну ладно. Ты что делаешь, падла? Вот так вот. Так, все, взяли, короче говоря, точку. О. Точка М.
взято. Тут он сходит. Блять, этих гандонов надо уничтожать. Блять, ух, суки. Засада. Засадос. Так, тебе надо взять джавелин. Короче, все, остается подняться на башню только. И там и завершить карту. Ни за одна задача пока не выполнена. Тонут легко от джавелинов, так что нормально. Так, вот на палубу можно подняться. Утонувший катер валяется. Можно с рубки стрелять по катерам. Продолжать уничтожение. Ты куда там на полезешь, когда столько катеров? Я думаю, тебе кирдык. Да они тут вокруг башни плавают. Они, слушай, наверное, от джавелинов не тонут. Вон катера утонувшие лежат. Грунт, то есть море-то прозрачное. Там стрелка-то больше нет. Ну что, нормально. Скринов дохуя в этой карте, наверное, будет. Короче, все, дело сделано. Ну а теперь надо идти в башню, да и все. Подняться наверх башни надо. Так, короче, огнемет. Тут, видишь, высоко надо лезть куда-то. Ну, давай аккуратно лезь. Так.
колотить ящики. Первая площадка. Кидаем парализатор везде. Завалялся. Так. Это вторая площадка. Сейчас на третью поднимаемся. Тут их дохуя. Так, короче, изгнили. Третья площадка. Четвертая площадка. Это, кстати, парашют. Так. О, блядь. Ой, придется подниматься по новой. Ну, второй этаж. Третий этаж. Четвертый этаж уже. Пятый этаж. Громить ящики. Пятый этаж. Шестой этаж. Командная точка. На шестом. Слушай, там какое-то оборудование. Блять. Зараска, ну точка взята. Последняя точка взята. Точка L. Точка М, вернее, Эль уже взята, Калэ. Вот точка Марина. Вот. Все нормально, нормально. Молодца, молодца. Остается теперь лезть наверх, доделывать дело. На каждой, видишь, этаже стоит по ящику. На каждом этаже. По ящику. Везде прибой шумит. Море волнуется, как говорится. Так, потом... Все, боеприпасы уничтожены. Задача 1 выполнена. Уничтожь все боеприпасы. Теперь вторая задача. Уничтожь командный центр. Но он на следующем, на седьмом этаже. Вот туда поднимаемся. Вот оборудование здесь наяривает. Во они, гады. Гады. Ну, гады, не нравится. И туда наверх к вертолету. Короче, все, карта собрана. Ну, несмотря на большие расстояния, все-таки она не такая уж сложная оказаться. Хотя местами тоже пришлось повозиться. Да. В чем-то напоминает карту вот остров Дискобола. Башня точно такая же, по крайней мере. Порты повстанцев называлась карта. Так, прежде всего, давай туда заберемся и позырим, что там наверху творится. Ты, блядь! Сука! Там еще охрана стоит.
что это тоже надо учесть. Седьмой там на восьмом этаже на крыше вертолет. Такс. Тут было много охраны, но я бы их быстро перебил. Вот здесь, около арсенала, походу. Так. Пидорасы, я вертолет уничтожил, короче. Сжег. Там авиапушка на вертолете. Не знаю, он обновится и нет сейчас. А ведь тут, ведь, слушай, придется эти... Или они сами взорвутся, кстати, в море потопленные катера. А вертолет нет. Вертолет снова поставили, короче. Ну а сам порт вот такой. Крепостной. Ну, блядь, там какая-то штука. Ой, блядь, подожди, стой. Негодяи выскочили, вот сволочь. Такс. И вот с видом на остров. Да, повозиться пришлось. Вертолет обновился. В море, как видим, лежат на дне потопленные катера. Сколько их, кстати? Тут 3 катера. Да там 2 катера, 5 катеров. Наверное, всего их 6, еще где-нибудь, наверное, один называется. Так, ладно, давай, короче говоря, оборудование пойдем там долбанем. Тут вот нужно оборудование уничтожить. Но это не все, потому что там тарелки еще, наверное, надо уничтожить. Ну пошли. Сейчас быстренько с тарелками этими покончим. Достаточно, наверное, туда кинуть. Сейчас отойдем, посмотрим, взорвется. Нет? Для опыта. Да-да-да, взрывается. А как до этой вот докинуть? Так, докинули. Так. 4 тарелки, смотри. Так. Чтоб не задело тебя взрывом. Все, командный центр уничтожен. Можно брать вертолет. Все, конец, короче. Таня, уже конец. Ничего, взлетать было не нужно. Так, короче, трон набирает 2760 очков, 443 фрага, 37 смертей, 5 удачных выстрелов. Карта называлась HMS Rebel Ports TR или Порты повстанцев от Шедумана.